Город Иваново, переулок Коммунальный, вот такая красота. Смотрите, какие дома. Коммунальный, 22 дом. Вот такой двухэтажный. Домик. Ну, посмотрите. Да, красоты неписуемой. Старый фонд, достаточно ветхий. Жилой фонд, я имею в виду. Мы идем дальше. Идем к улице Суворова, я так понимаю. Или нет? Куда мы идем, Свет? На улицу Суворова. Красота. Чувствуете дух? Ну, наверное, я бы назвал где-то эти дома какого-то 40-х, 50-х, наверное, годов. Коммунальный 20. Красота. Вот здесь можно проходы делать красивые для видеосъемки. Поэтому, кто будет из видеооператоров смотреть или фотографов, приходите вот сюда. Переулок Коммунальный. Шикарные виды. Выйдите потом, если дальше пойдете, к Комольному комбинату имени Самойлова. Сейчас Нартекс. И дальше к реке Увать. И там шикарный Самойловский мост. В общем, красоты неописуемые места. Самое главное, такие нестандартные, как бы оригинальные. Не каждый знает даже эти места. Но посмотрите, это уже, я так понимаю, дом 13А, переулок Коммунальный. Тоже двухэтажный. А мы идем к улице Суворова. Точнее, на улицу Суворова. Вон дом с аркой. Это вот, не знаю, какой-то будет по нумерации дом. Ну, кто здесь раньше жил, наверное, эти места узнает. Ну, вот посмотрите, вот какая архитектура, двухэтажные дома. Давайте я вам покажу в целом, как выглядит. Ну вот. Это все переулок Коммунальный. Идем дальше. Это у нас такая своеобразная прогулка по городу Иваново, по переулку Коммунальному. Который плавно переходит на улицу Суворова. Давайте сейчас вот я перейду, дойду до улицы Суворова. И там, надеюсь, закончу данную видеозапись. И потом размещу на канале Неволейбол. Подписывайтесь на канал Неволейбол. С вами Евгений Боярченков. Здесь много разного видео на тему города Иваново. Также другие разные темы, которые мне интересны. Вот видите, переулок Коммунальный здесь заканчивается. А мы выходим. Ну, давайте покажу. Выходим на улицу Суворова. Давайте я вам покажу сам проспект. И это будет последнее. Завершающие кадры. Красота. Видите, улица Суворова с этой стороны. В этом доме у нас приятель жил когда-то. И дальше тоже улица Суворова. Все, подписывайтесь на канал Неволейбол. С вами был Евгений Боярченко.